кросс, сильный удар. Надо бы отметить Карвахаль, Бензема, который пробить не сумел, тем не менее вскочил и продолжил борьбу. Ну а дальше через рикошет и мяч запрыгнул в ворота Атлетико. Реал был лучше на протяжении, в общем, всего матча, и моменты были интереснее, и забил. Все справедливо. Кросс, вот тут передача, да, как кросс умница. Ну и Хамис, конечно. На месте, в нужный момент. Ну, пробил-то прямо в ансальде, в итоге получился легкий рикошет.